15 декабря 2022 года около 17 часов на 169-м километре автодороги Саранск-Ульяновск по предварительной информации водитель автомашины «Газель» 1969 года рождения допустил выезд на сторону дороги, предназначенной для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомашиной «Лада Гранта». В результате ДТП водитель автомашины «Газель» доставлен в медучреждение с травмами. Водитель «Лада Гранта» скончался на месте происшествия.